Очень хорошо. Вот. Значит, вас немного, совсем даже мало, так что я вас призываю все спрашивать, что будет непонятно. Вот, значит, в прошлый раз мы обсуждали разные вопросы, связанные с критическим просачиванием. Мы вот определили, что значит при значении параметра P равном 1/2, как раз вот и есть то значение, которое разделяет режим, когда у нас есть просачивание в двумерной модели на решетке, и когда нет. И вот мы сейчас смотрим, значит, что происходит при значении 1/2. И вот что нас интересует, это вот, что нас интересует, это, ну вот, как себя ведет вероятность следующего события. Значит, вот у нас есть прямоугольник. Вот мы знаем, что если мы возьмем прямоугольник, ну, почти что квадрат, который вот мы обозначали HN, то у него вероятность того, что есть пересечение, простите, вероятность того, что есть связь левой стороны с правой, вот она при P равном 1/2, при P равном вот этому критическому значению, сама равна 1/2 и не зависит от буквы N. Ну, это, так сказать, значит, ну, из соображений симметрии видно, но эти соображения симметрии, ну, вот, никуда больше особенно не применишь. А хочется вот нам доказать следующую оценку, которую вот сейчас я ее ввожу в красную рамочку. Состоит она в том, что если мы возьмем прямоугольник, у которого длинная сторона к короткой стороне относится как ρ, то есть прямоугольник со стороной k умножить на ρ k, то вот тогда вероятность того, что есть связь левой стороны с правой стороной, она тоже вот не стремится ни к нулю, ни к единице, когда k стремится к бесконечности, и остается отделенной от единицы, от нуля. Вот. И мы, значит, увидели, что если мы для какого-нибудь одного ро это умеем, это знаем, то тогда и для всех больших ро тоже можно это установить. Это такое простое геометрическое рассмотрение. Оно состоит в том, что вот если взять, давайте я еще раз это быстренько повторю, если взять такой вот прямоугольничек, вот наш ро на ко. Простите, значит, эта сторона у него, вертикальная сторона у него k, а горизонтальная сторона ρ нулевой k. Вот, и если его два раза повторить, так чтобы в серединке получился квадратик, то тогда ясно, что вот если вот такие вот три события произойдут, что, во-первых, есть вот тут такая горизонтальная связь
в одном прямоугольничке со стороной К на ро нулевое К. Это вот здесь ро нулевое К. И в другом тоже есть такая связь. Ро нулевое К. А еще и вот эта вторая тоже произошла. А еще есть связь верхней стороны с нижней стороной вот в этом квадратике, который здесь К на К. Вот. Каждое из желтых, значит, событий само по себе, значит, мы предположили, что оно имеет некоторую положительную вероятность при равномерно по ро. Но если это так, то тогда и все эти три события вместе тоже происходят с положительной вероятностью. Это следует из неравенства в КЖ. Вот, значит, вероятность того, что вот эта желтая картинка будет иметь место, она больше или равна, чем произведение вероятности того, что первая желтая картинка имеет место, вторая, второй путь тоже имеет место, и третий путь имеет место, вертикальный. Ну а если все три пути у нас наличествуют, то значит, у нас есть, то есть у нас и связь левой стороны с правой стороной. Вот. Так что можно, вот мы предположили, что верно это для какого-то значения ρ, ну тогда это верно и для большего значения ρ, который вот здесь получится на картинке. Получится здесь 2 ро нулевой минус 1. Ну, хорошо. И значит, можно это дальше растить, и все время все это будет получаться. Вот. Так что, если для какого-нибудь одного ро можно это установить, то тогда и для любых других тоже можно. Так что для какого-то одного только нужно. Ну, и вот сейчас мы это и установим для случая, когда прямоугольник у нас размеры длинной стороны у него 3n, а короткая сторона у него 2n. И докажем мы, что вероятность того, что есть связь левой стороны с правой стороной, по крайней мере, 1/128 для любого n. Понятен вопрос и понятно, значит, что пока что происходит. Да. Хорошо. Ну вот, давайте, значит, вот попробуем вот это доказать. Вот. Ну, значит, смотрите, в нашем распоряжении одно только знание, что вот если у нас есть, ну, квадрат, так сказать, почти что, то мы знаем, что вот такая вот вероятность, вот вероятность такого события, вот она равна прямо-таки 1/2. Вот. А больше ничего не знаем. И вот, собственно, вот этим пользуясь, вот надо как-то исхитриться и доказать вот то, что мы хотим, что если взять прямоугольник 3n на 2n, то тоже получится, значит, положительное число, отделенное от нуля. Ну вот видите, то, что тут стоит 1/128, это двойка в седьмой степени, ну вот это уже и так, так сказать, значит, вы можете догадаться, что это потому, что вот надо, значит, надо пытаться использовать в разных вариантах то единственное, что мы знаем, вот это, что тут нарисовано в клеточке справа, вот, ну вот это, значит, так-сяк надо это комбинировать, это знание. Ну, такой олимпиадный трюк нужно проделать какой-то, чтобы вот из этого, из факта, значит, что в квадратике n на n просачивание слева направо имеет вероятность 1/2. Из этого вывести, что просачивание в прямоугольнике 3n на 2n слева направо тоже имеет какую-то положительную вероятность равномерно по n. Ну вот, сейчас мы это и сделаем. Ну, значит, смотрите, первый шаг такой. Давайте рассмотрим такое событие. Обозначим его B значком N. И состоит оно, это тоже событие, которое происходит в нашем прямоугольнике 3N на 2N. И состоит оно в том, 1, 4, 6. И вот оно в чем состоит. Давайте тут вот нарисуем квадратик N на N. Вот, а всего, значит, да, ну вот, значит, вот это n, это n и это n. А тут, значит, короткая сторона имеет длину 2n, а длинная, ну, значит, вот 3n. И вот мы хотим
Сначала докажем, давайте вот один напишем, первый пункт. Предположим, что мы знаем следующее. Вот, вот в чем, давайте, событие БН состоит вот в чем, что, во-первых, есть путь, такой открытый путь сверху вниз в этом квадратике, вот я его нарисовал красным. А кроме того, еще этот путь соединен другим открытым путем с левой стороной квадрата. Вот в этом состоит событие БН. Что есть путь в квадратике, значит, соединяющий верх с низом, а кроме того, происходит событие, состоящее в том, что значит, этот вертикальный путь еще соединен каким-то там другим путем с левой стороной нашего с левой стороной нашего большого прямоугольника. Вот. Да. А вот это событие, которое вот тут у нас наверху нарисовано, давайте его обозначим. Давайте его обозначим вот так, что есть пересечение, есть такая связь левой стороны с правой стороной. Ну, давайте так его назначим. 3/2. Пи 3/2. Вот это событие. Вот. И я говорю вот что. Что если вероятность этого БМ, если про нее мы бы знали, что она там больше какой-то константы, для всех n, то тогда вероятность вот этого нашего, того события, которое нас интересует, пи 3/2, она больше или равна, чем половинка на c в квадрате. Вот это я хочу сначала доказать. Ну и доказательство, в общем, состоит в том, что нужно рисовать просто одну лишь всего картинку. И вот она, эта картинка. Вот есть у нас наш прямоугольник 3n на 2n. Вот. Есть у нас вот этот квадрат. Хорошо. Значит, во-первых, мы знаем, значит, вот давайте предположим, что вот что у нас произойдет. Во-первых, вот это произойдет, это самое военное. Мы предположили, что вероятность этого, ну, по крайней мере, c. А еще предположим, что у нас произошло такое же событие, только направо, которое смотрит. Вот такого синего события, ну, тоже вероятность, по крайней мере, c. Правильно? А еще предположим, третье, то еще у нас вот такой путь есть, слева направо в этом квадратике. У такого пути вероятность, по крайней мере, половинка, правильно? Это мы, это вот знание наше у нас, оно есть, мы уже в этом убедились. Ну, хорошо. Ну и, значит, у красного события вероятность, по крайней мере, c, у синего события вероятность, по крайней мере, тоже c, а у желтого события, по крайней мере, половина. Ну, стало быть, по неравенству FKG, которое мы знаем, вероятность вот этого события, она, как я и сказал, больше или равна. Ну вот, c в квадрате, это красное событие имеет вероятность по крайней мере c, синий тоже по крайней мере c, а желтое 1/2. Так что вот вероятность того, что все вместе они произойдут, она по крайней мере половина c в квадрате. То есть тогда, то есть если это увидеть, что у события bn такая большая вероятность, то ну, вероятность отделенная от нуля, как вот тут написано. Если это увидеть, если это уметь доказать, то тогда мы и докажем то, что мы хотим. Потому что если есть все три связи, красная, желтая и синяя, ну так значит, есть у нас связь левой стороны нашего большого прямоугольника с правой стороной. Понятно, да? Да. Угу. Очень хорошо. Так, замечательно. Кто еще пришел?
Очень хорошо. Света еще пришла. Так, хорошо. Ну вот, значит, вот если бы, тем самым, ну вот, понятно, что вот, если вот мы это сумеем установить, то тогда и, ну, тогда и то, что нам желательно, вот эту вероятность, тоже мы снизу оценим. Хорошо. Ну а как же вот это сделать? Значит, вот вторая часть, вторая и, собственно говоря, последняя часть доказательств состоит в том, что вот мы хотим оценить сверху вот эту вероятность, простите, оценить снизу вот эту вероятность 1 вторая от вот этого самого события BN, которое состоит в том, что вот у нас есть, значит, вот, есть у нас путь в квадрате, ну вот оно здесь нарисовано, в левом верхнем углу квадрата нашего экрана нарисовано, в чем состоит событие BN. Вот это красная такая штука. Ну, очень хорошо. Ну, значит, вот. Ну, значит, есть такая формула полных вероятностей. Это вы должны знать и знаете. Ну, она состоит вот в чем. Что вот если у нас есть, значит, если у нас есть события C1 там, и так далее, CK, какие-то не пересекающиеся события, СИТЫ пересечь с СЖИТЫ, это пустое множество, то тогда, если, то тогда, вот что верно, что вероятность там какого-то события B, она, конечно, равна, сейчас не равна, а больше ли равна, больше ли равна сумме P и вероятности того, что происходит B, ну и еще, а также происходит событие цеитое. Ну, это, так сказать, очевидно. Если все эти события цеитые в сумме дают все, значит, все пространство элементарных исходов, то тогда здесь будет равенство. А если не все, значит, будет оценка снизу. Ну вот. И вот это мы сейчас и себе и, значит, применим. А именно мы скажем вот что. Давайте я сначала напишу, а потом объясню. Значит, ну вот я хочу вот это событие, которое нас вот интересует, вот я его хочу оценить снизу. Вот какой суммой. Сумма путя гамма. Ну, значит, я пока что так предварительно скажу, что гамма – это путь, который идет сверху вниз, но это еще пока не точно. Я скажу потом еще точнее. И, значит, вот я хочу посчитать такую вероятность, что вот у нас вероятность там вот 1, 2, что вот этот самый есть гамма. Это такой путь сверху вниз. Я пока пишу приблизительно, а потом напишу точнее. Путь гамма, путь сверху вниз. Так. И еще и есть еще путь дельта. Путь дельта, соединяющий это самое гамма с левой стороной. С левой стороной. Вот. Ну, левая сторона – это вот эта сторона нашего большого прямоугольника. Вот. Ну, это нехорошо тут написано, потому что, ну, видите, вот я хочу применить вот эту формулу, но, значит, надо, чтобы эти события не пересекались, видите, тут написано. А у меня путь написано сверху вниз, а может, там есть, значит, представим себе такую картинку, ну, что вот есть у нас вот наша ситуация, вот наш этот квадратик. Ну, вот есть один путь сверху вниз, а еще прямо одновременно и второй тоже произошел. Ну, так, значит, вот, собственно, то, что вот это событие произошло, что вот правый путь из них имеется, не противоречит тому, что еще левый имеется. Так что
Вот нельзя сказать, что эти два события не пересекаются. Они оба могли произойти. Поэтому так нехорошо написать, так формула будет неверна. А вот мы тогда сделаем вот как. Сейчас забыл включить питание. Хорошо, что вспомнится. Да, вы меня слышите? Ничего не прервалось у меня из-за питания. Да. Да, значит, вот так написать нехорошо, потому что эти события при разных гаммах могут пересекаться. А мы, чтобы они не пересекались, мы сделаем вот что. Мы скажем, что гамма, знаете еще какой? Что гамма, значит, гамма не простой путь сверху вниз, а гамма самый правый путь сверху вниз. Значит, мы тут суммируем по таким событиям, что гамма самый правый из возможных путей сверху вниз в этом квадратике n на n. Самый правый. И есть путь дельта, соединяющий вот этот самый правый гамма с левой стороной. Поэтому здесь будет стоять у нас неравенство, потому что, вообще-то говоря, у нас бы событие B произошло, и в том случае, если у нас есть, скажем, давайте вот так нарисуем, могло бы быть два пути, правда? Вот здесь вот могло бы быть два пути. Вот один гамма, а вот еще второй гамма. И этот путь дельта, он бы мог соединять левый из них с левой стороной. А мы тут оцениваем снизу. Мы давайте рассмотрим только такие ситуации, когда гамма самый правый из них. И есть, значит, вот так это вот не считается у нас. А мы вот только такие будем рассматривать случаи, когда самый правый из этих возможных гамма, он соединен с левой стороной. Вот так. Но вот теперь уже эти события не пересекаются. Если один самый правый, значит, может быть, гамма один самый правый, может быть, другой самый правый, но во всяком случае, если вот, значит, вот, те конфигурации, у которых какой-то путь гамма самый правый, они, значит, при разных путях гамма это разные конфигурации, не пересекающиеся эти множества. И поэтому вот это условие, которое нужно для того, чтобы написать формулу полных вероятностей, которую мы здесь написали, оно выполняется. Значит, вот если приговорить слова «самый правый», то после этого уже все делается хорошо. Ну, замечательно. Теперь я дальше хочу написать вот как. Дальше я хочу написать вот как. Ну, знаете, вот, значит, дальше я хочу воспользоваться такой элементарной формулой, что вероятность событий А и Б, это все равно, что вероятность Б на вероятность А при условии Б. Правда, видите? Это такая элементарная формула. Теперь вероятности, ну, значит, сейчас мы ей воспользуемся. Ну, как мы ей воспользуемся? Значит, вот мы и напишем, что это равняется сумма по-прежнему по гамма, вероятность вот этого самого гамма, который, значит, самый правый. Так. А тут мы хотим написать вероятность 1, 2, а тут будет дельта, вот это путь, это дельта, который идет от гамма на левую сторону, при условии, что гамма, этот самый вертикальный путь, самый правый. Вот. Да, вот. А дальше мы скажем вот, значит, дальше такое красивое замечание, и оно не вполне, значит, кажется, что оно совершенно, значит, невинное, а на самом деле тут скрыта некоторая хитрость. А состоит она, а замечание, которое я хочу сейчас сделать, следующее, что вот эта вот вероятность увидеть путь дельта, который соединяет гамму с левой стороной,
Ее можно записать вот. Вот давайте мы картинку нарисуем. Значит, вот это наш... Вот, значит, сейчас, ну, давайте, да, даже я немножко меньше нарисую, не надо, все целиком. Вот это квадрат у нас n на n. Вот тут у нас идет гамма. Вот. И вот так, даже давайте я ее меньше. Ну, давайте так оставим. Вот, и нас еще, и нас интересует вероятность вот этого дельта, который вот так вот сюда идет. Так вот, я хочу сказать, что вот эта вероятность, вместо того, чтобы вероятность дельты при условии гамма такую считать, это все равно, что сделать вот что. Что нужно взять вот это вот множество, давайте его сейчас заштрихую, все его выбросить, считайте, что его нету, и вот тогда у нас остается вот это множество поменьше, вот оно так. Потом оно вот идет так, вот как этот путь, и потом вот так. Давайте обозначим вот эту вот коробку с таким отрезанным куском, вот эту желтую. Давайте ее обозначим R от гамма. Вот. Я хочу сказать, что вероятность, которая нас интересует, она просто равна вероятности, может, с индексом 1, 2, вот такого события, что у нас есть коробка R от гамма, а и в этой коробке R от гамма у нас есть связь, вот эта зелененькая связь левой стороны вот этого прямоугольника длинный, который имеет длину 2m, вот с краем этой вот, этого огрызочка. Видите, R от гамма – это такая область, она, ну вот так, да, она так вот, вот она таким образом получается, мы от нашего большого квадрата 2n на 2n отрезаем вот этот красный кусочек. В общем, сказано здесь следующее, что все равно, чтобы посчитать вероятность, значит, в этом большом квадратике 2n на 2n, вероятность того, что есть гамма при условии, что есть вот этот желтенький путь гамма, это то же самое, что просто взять вот эту коробку R от гамма и посчитать в ней вероятность просачивания из, с левой стороны на вот эту половинку, на вот эту зигзагообразную линию, вот которую, давайте я ее нарисую сейчас красным, это вот был наш этот самый путь, значит, красный путь гамма. Вот. Ну, вы скажете, что тут такого, что я ломлюсь в открытую дверь, ну, а что ж тут еще другое может быть? Конечно, это верхняя вот эта вероятность. Конечно, то же самое, что вот эта нижняя вероятность. Вот. И это значит, это в самом деле верно, но это верно потому, что снова, еще раз, тут играет роль тот факт, что гамма, тут сказано, видите, самый правый путь, вот мы так идем вот с той стороны, сейчас я стрелочку поставлю, мы вот движемся оттуда, и, значит, вот смотрим, идем по вот этой области, идем, пока до вот этого пути гамма сверху вниз, пока мы на него не наткнемся. И вот мы наткнулись, вот это все, что мы, значит, посетили до сих пор, мы этот кусок отгрызаем и говорим, что вот то, что осталось, это просто задача просачивания вот в этом огрызочке, когда из квадрата вот выкидывается вот эта вот заштрихованная сторона. Вот. И это вот правильно. А вот если бы мы сказали, а давайте пусть у нас гамма будет не самый правый, а самый левый. Вот, где-нибудь он бы шел, этот самый левый, где-то тут дальше он бы шел. Каким бы цветом его обозначить. Ну, давайте тоже красный. Я бы сказал, давайте гамма самый левый, его тоже, и то же самое, скажем, вот мы тут открыли, и вот хотим тоже такую вот посчитать вероятность, что у нас есть связь самого левого вот с левой стороной. Вот. Так тогда вот подумайте, и вы увидите, что это уже нельзя сказать, что это вероятность, это просто вероятность просачивания в этой коробке. Потому что когда вот я вот пишу здесь, одна вторая. Это что за задача такая? Это что за распределение вероятности? Это так вот мы независимо выбрасываем
Значит, у нас есть монетка, уже сейчас справедливая, с вероятностью половина орешка, с вероятностью половина орел, и вот мы такое независимое просачивание по ребрам получаем. Вот. А если мы скажем, что мы хотим изучать при услов... это, самое... это распределение вероятности при условии, что гамма, вот этот самый левый путь, который вот пересек, идет сверху вниз, то это что значит? То мы тем самым говорим, что мы что-то вот еще дополнительное про эту область знаем. Но раз он самый левый, значит, вот здесь вот слева от него уже не должно быть еще путей вероятных, таких вертикальных. Так что уже тут, видите, условие того, что вот этот вот красненький путь самый левый, он накладывает условия на то, что мы слева от него видим. Это уже не простое распределение, независимое просачивание, а какая-то тут зависимость возникает. И зависимость должна такая быть, чтобы для нам обеспечить, что других красных путей уже тут нету. Так что если бы мы сказали, что гамма – самый левый путь, то это значит, что мы что-то такое наложили, какое-то условие слева от гамма. И уже нельзя сказать, что то, что мы увидим, то, что останется, это условное распределение слева, будет настоящим просачиванием. А фокус в том, что вот когда мы сделали и сказали, что гамма, значит, это первый путь, когда мы идем справа, то, значит, вот когда мы дошли, мы были очень осторожны здесь, и когда мы дошли до этой границы, что вот мы уперлись в этот красный путь гамма, то вот мы так наше, значит, дело устроили, что мы так очень были внимательны, и ничего сверх того, вот мы дошли до гамма, а что за гамма происходит слева от него, мы очень аккуратно не знаем. Мы нарочно так сделали, чтобы ничего лишнего не узнать. То слева от гамма нам неизвестно. И стало быть, там вот слева от гамма и осталось то самое наше старое распределение, значит, вот, независимого просачивания. Одна, вторая. Вот. Ну, значит, вот это вот такая тонкость. Я ее упоминаю здесь к тому, что вот это, что здесь в этой вот, в этой теории, как она развивалась исторически, так получилось, что довольно было много неправильных доказательств. Вот. И вот, например, вот эта тонкость, о которой я сейчас вот пытался, значит, описать. Ну вот, это такая одна из, была из тех ошибок, которые, ну, то мы исправили. В общем, вот, если сказать так, как сказал сейчас я, вот, что нужно взять вот этот гамма, самый правый путь, то тогда все хорошо, все правильно, и, значит, нам нужно оценить вот эту вот штуку. Да, значит, ну хорошо, ладно, давайте дальше. А как, собственно, оценить эту самую вероятность? Значит, давайте я еще раз напишу то же самое. Значит, сейчас нас интересует вероятность 1, 2, ну вот этой вот картинки, что есть у нас наш квадрат. Вот он. Значит, от него что-то отгрызено. Знаете, я нехорошо тут обозначил. Давайте я сейчас перерисую, но уже другое значение. Ну или ладно, такое я оставил. Хорошо, значит, вот есть у нас такая область, тут, значит, 2n на 2n, вот тут кусочек отгрызен. Давайте вот его, ну, собственно, обозначим его, ну, как и обозначали, r от гамма. Это то, что у нас, значит, осталось, когда мы вот этот кусочек тут вот выкинули. И нас интересует вот эта вот вероятность, что есть связь, значит, есть связь дельта левой стороны с вот этой вот штукой. Ну, хорошо. А как же, значит, это посчитать, как ее оценить? Ну, вот как, значит, смотрите, вот это, конечно же, равно половинка. Дальше я напишу вот что здесь. Вероятность по-прежнему 1, 2. Вот этой самой картинки, которая была нарисована. Квадратик с отгрызанным правым углом. Так. А вторая
А второй слагаемый здесь будет вероятность симметричного события. Симметрия здесь вот такая. Значит, тут я уже, ну, сейчас, да, вот тут будет длинная сторона. Вот так. А этот обгрызочек я теперь снизу его отрежу. Вот. Ну, просто так я отразил, значит, этот огрызочек. И он у меня теперь будет не слева, не справа, не в правом верхнем углу, а в правом нижнем углу. Вот. Конечно, вероятность вот этого левого ботинка такая же, как вероятность правого ботинка. Просто одну коробку я ее взял, просто симметрично отразил относительно горизонтали. Так что это, значит, тождественное преобразование, конечно. Конечно, эти две вещи равны. Вот. А зачем я это сделал? А затем, что теперь я могу сказать, какое замечание сделать, что, значит, я теперь давайте нарисую объединение этих событий. Объединение этих двух событий состоит вот в чем, что есть у меня мой квадрат, а я из него отрежу и вот этот кусочек, и вот этот кусочек. Вот это все я отрежу. Вот. И есть у меня связь такая. Ну, ясное дело, что если у меня есть вот такая вот связь к этой вот ломной линии, вот верхняя половинка этой белой ломной линии, она симметрична правой ломной линии относительно вот этой горизонтального отражения. Вот. Значит, если происходит вот это вот событие, в общем, так по-другому скажем, что если происходит вот это событие, то, конечно, происходит или левое событие, или правое событие, правда? Потому что, ну, если путь дельта куда-то попадает в эту вот ломную беленькую, то он или в верхнюю половинку попадает, или в нижнюю половинку попадает. Ну и поэтому, значит, вот эта сумма этих вероятностей, она больше или равна. Тебе я напишу. Больше или равна вот такой вероятности. Вот этого события. Ну вот, а это-то уже больше или равна половинке, потому что дойти с левой стороны, даже и до правой стороны, до самого края, до вот этого, до сюда, вот это вероятность, половинка. А уж дойти до вот этой ломаной линии, которая идет, значит, сверху вниз, она больше уж, никак не меньше. Ну вот. Ну, собственно, вот все мы, значит, установили. Давайте, где мы? Значит, да. Да, значит, да. Собственно, значит, что мы, собственно говоря, установили? Что вот это то, что я рисовал тут, и много цветов потратил. Вот это вот самая вероятность. Вот мы сейчас увидели, что она больше или равна 1/2. Очень хорошо. Значит, эту 1/2 мы можем из вот этого суммирования вынести. Уж не знаю, как очень далеко начало от конца. Да, видите, значит, вот у нас сумма по гамму, вероятность того, что, значит, есть самый гамма, самый правый, соединяющий вверх с низом в квадратике маленьком n на n. Вот, и вот тут есть эта условная вероятность. Вот мы ее оцениваем. Вот видите, тут стоит у нас 1/2. Вот, а сумма вот этих двух штук, опять-таки, меньше, чем 1/2. Вот. И, значит, тем самым вот это все, то, что сейчас в белой рамочке, мы оценили, значит, какой-то там, ну, сколько тут, 1/2
накопилось. Сейчас я, наверное, тут слишком много написал. Давайте еще раз посмотрим. Значит, у нас есть, во-первых, вот это одна вторая, а еще вот это одна вторая. Вот. Да, это одна четверть получается. Вот мы, значит, эту одну четверть можем вынести за суммирование по букве гамма. Значит, у нас получится одна четверть суммирование по гамма. И что там написано? Ну, гамма самый правый. И, значит, соединение верха с низом в этом квадратике n на n. А это тоже, ну, вероятность 1 вторая, гамма, ну, там самый правый. Самый правый. Ну, правый, не правый. Значит, во всяком случае, связи есть. А вероятность, а если мы просуммируем по всем гаммам, значит, просто есть вероятность того, что есть связь верха с низом. А это опять-таки 1 вторая. Правильно. Ну вот, получилось тут 1 восьмая. Ну вот это все надо, значит, соединить. Да, так, собственно, да, так все и получается. Значит, у нас получилось, что вот эта вероятность вот этого события Bn меньше, чем меньше или равна, чем 1 восьмая. Ну и дальше вот, значит, это значение c, 1 восьмая в квадрате будет 1,64, и еще половинка, 1,128. Все сошлось. Все получилось. Доказали мы 128-ю. Ну, не знаю даже, что тут еще добавить. Давайте, может, кто-нибудь что-нибудь спросит, если непонятно. Ну, вот, смотрите. А можно еще раз, почему сумма по всем гаммам равна 1 второй? Давайте. Вот это, вот здесь, да? А давайте вспомним, а что это, собственно, такое здесь написано. Значит, вот у нас, напоминаю, значит, у нас вот есть квадрат вот этот n на n. И у нас вот есть пути сверху вниз. Вот этот гамма, он самый правый. И вот нас интересует вероятность такого события. Вероятность 1 вторая от вот этого события. Ну и значит, надо просунуть. Это вот гамма и есть. Ну и вот надо просуммировать ко всем гаммам. Ну а что это за, значит, ну хорошо. Ну, если, ну, это и есть в точности вероятность того, что есть какая-то связь, правда, вверх и снизу. Вероятность того, что есть связи, что эта связь является путем гамма, но она, если просуммировать по гамма, то и получится, что просто вероятность того, что есть связь. Правда ведь? Ну, это ведь не пересекающиеся события, что гамма самый правый путь, который соединяет верх с низом. Если мы все события такие просуммируем, то у нас получится событие, что верх с низом связан. Правда ведь? Вероятность того, что верх с низом связан, есть, значит, это событие, какие у него, как его можно разбить на элементарные непересекающиеся исходы. Верх с низом связан путем гамма, который есть самый правый из всех возможных связей. Правда ведь? Хорошо, спасибо. Ну вот, так что сумма по гамма таких вот событий, это есть просто вероятность, это сумма по гамма этих событий, это есть, значит, мы события того, что есть связь верха с низом, разбили на непересекающиеся события. На какие? Что это сумма по путям гамма, таким, что гамма осуществляет связь верха с низом, и при этом эта связь самая правая.
какие события при разных гаммах не пересекаются и в сумме его составляют. Вот поэтому. Поэтому имеет место вот это равенство. Очень хорошо. Вот. Значит, вот так. Хорошо. Теперь, ну вот, и значит, мы доказали вот этот факт. А теперь, опираясь на него, мы очень, значит, установим вот следующее обстоятельство, по-моему, очень красивое, но и важное тоже. И состоит оно вот в чем. Вот если опять мы, значит, уже теперь все время или долго будем жить со значением p равным 1/2. И вот давайте посмотрим на такое событие снова, что вот у нас есть квадрат n на n. Ну, тут n большой, n большой. Вот у нас есть центр. И вот есть связь центра, ну, с границей. Вот. Так, на основании того, что вот мы сейчас установили, мы можем получить такую оценку двустороннюю. Ну, вот эту оценку. Легкая. Ну, там единица, что ли. На n тут прям будет стремиться. Давайте я буду маленький писать. Здесь тоже будет стоять какая-то степень этой буквы. Так что вот видите, вероятность того, что начало координат связано с границей квадрата с размера n на 2n, она, значит, она убывает, когда n стремится к бесконечности. Ну вот убывает степенным образом. Видите, во всяком случае, можно оценить и сверху, и снизу, значит, с отрицательной степенью n. Ну вот это еще лишнее, так сказать, доказательство того, что 1/2 – это такая критическая точка. Видите, потому что когда у нас p меньше, чем 1/2, то вот эта вероятность того, что начало координат связано с краем этой коробки, она убывает вообще экспоненциально. А когда p больше 1/2, то эта вероятность просто не убывает. Она остается положительной, равномерно по n. Она отделена от нуля некоторой константой, которая, ну, от n не зависит. Вот. А в точке, когда p равно 1/2, эта вероятность, она стремится к нулю, но не экспоненциально, а вот только степенным образом. И вот это, и, значит, опять еще раз показывает, что точка 1/2 – это особенная точка, вот и в ней возникает такое критическое явление, и всегда так бывает, что в критической точке, вот, значит, экспоненциальное, такое простое бывание экспоненциальное сменяется на степенное, так сказать. Совершенно специальное в этой критической точке совершенно специальное поведение. Вот, значит, почему же это так? Ну вот, значит, левая часть этого неравенства, это легко. Значит, легко получить. Давайте вот как мы тут это рассудим. Ну, смотрите, значит, ну, во-первых, вот мы, что мы знаем, всегда мы знаем, так сказать, основную вещь про вот это, просачивание, а именно, что вероятность сейчас, как я хочу сказать, так я хочу сказать. Значит, вероятность такого события,
Да, n на n. И тут вот есть у него такая вот связь, что вот это вот, вот такая вероятность. Но равна 1/2, это вот мы знаем. Про точку 1/2, вот это вот мы знаем. Но очень хорошо, но ясное дело, что эта вероятность равна сумме. Сейчас я напишу, а потом объясню, а потом мы обсудим. Она вот сумма вот чего. Вероятность 1/2 по-прежнему. А тут вот мы нарисуем тот же самый наш квадрат. Вот тут у нас x. А x это будет точка на границе. А событие, которое я тут хочу написать, оно состоит в том, что вот есть просто связь точки x с противоположной стороной. Ну, и, конечно, я неправильно написал. Тут надо написать оценку снизу. Так, потому что это событие это будут пересекающие, это правда. Потому что ну, могло бы... Ну, такая же вот могла бы быть картинка, правда. Давайте я другим цветом рисую, чтобы это можно было стереть. Так вот могло бы быть. Скажем, и эта точка, и та точка соединена. И вот вам... Мы тогда вот эту картинку учтем два раза. Мы это... И поэтому вот такая... Поэтому вот оценка... Вот такая вот. И поэтому вот, вот то, что написано здесь, это оценка сверху. Потому что вот эти события, которые у нас в правой стороне стоят, они при разных x, вообще-то говоря, могут пересекаться. Хорошо. Но теперь вот, значит... Дальше мы так скажем, что вот это вот. Меньше или равно, вот чем, давайте я перерисую эту картинку, вот у меня на квадрате. N, на точку X. Вот это меня интересует. А давайте я теперь нарисую здесь вокруг точки x квадрат со стороной. Теперь я возьму из точки x, как из центра, нарисую квадрат со стороной 2n. Точка x. Она в квадратике n на n живет, а я вокруг точки x нарисовал больший квадрат со стороной 2n на 2n, и так, чтобы x оказалось в его центре. Вот и, конечно, значит, вот вероятность, значит, меньше или равно сумму по x сам снова, вероятность того, да, что точка x доходит до края вот этого. Значит, вот тут у меня уже теперь такое другое событие, что точка x соединена вообще с краем этого большого квадрата. Правда ведь? Вот среди тех событий, что вот точка x соединена с краем большого квадрата, содержатся все те, которые нас интересуют, но еще и другие, правда ведь? Эти сюда тоже попадут. Так что тут оценка вот в эту сторону. Ну, очень хорошо. Значит, и вообще теперь уже... Давайте теперь я просто напишу. Это то, что здесь написано, уже от буквы x не зависит. Это просто равно n раз. Ну, вот такая вероятность. 1/2 квадрат со стороной 2n. Тут начало координаты. Есть такая связь. Ну вот. Все. Значит, получилось. Ну, вот видите, тут у меня получилась 1/4. Ничего. Вот.
Понятно, да, что я сказал? Значит, вот у меня есть квадрат со стороной n на n, и я говорю, что пересечение, связь левой стороны с правой стороны, это все равно, что оценивается сверху, как сумма по всем x, что связь это прям начинается из точки x и идет до правой стороны этого квадратика. Ну, а это событие, значит, можно оценить сверху таким событием, что просто точка x соединена с краем квадрата со стороной 2n на 2n. Ну, а теперь уже, значит, у нас x всего принимает n значений. Вот я и написал, что это n умножить на вероятность 1 и 2, n на вероятность при значении параметра p 1 и 2 такого события, что 0 соединен с краем квадратика 2n на 2n. Ну вот, у нас и получилась оценка, что вероятность того, что 0 соединен с краем такого квадратика, она по крайней мере единиц разделить на 4n. Как-то должна была двойка получиться, но где-то я там считался. Бог с ним. Так, вот. Двойка получается. Ну, а? Там же 2n, 2n. Ну, типа, двойка же и получается. Почему четверка? А, хорошо, слушайте, я заработался. Правильно, давайте. Ну, вот и хорошо. Да, вы правы. Не знаю, почему я вдруг решил еще на два разделить. Правильно, правильно говорите. Да. Хорошо. Так, это вот в одну сторону. Вот это была легкая часть. Просто я долго почему-то рассказывал. А она легкая. А вот теперь вот оценка сверху. Вот эта, она довольно замысловато доказывается. Там используется вот эта теория, вот это основное утверждение Руссо, Симора, Велша. И доказательство этого устроено вот как, значит, вторая часть. И сначала мы докажем такое странно несколько выглядящее утверждение. Состоит оно вот в чем. Давайте возьмем квадратик, значит, со стороной, давайте его обозначим лямбда, и пусть у него сторона 4k. Вот сторона квадрата 4k на 4k. А внутри него нарисую квадрат поменьше, вот это уже лямбда его обозначим, а у него будет сторона только k. Вот, значит... И вот вверх, значит, внешний квадрат в 4 раза больше, чем внутренний квадрат. И мы сначала докажем, что вероятность вот такой вот связи, что квадрат лямбда k соединен с границей квадрата лямбда 4k, что вот такая вот связь, вероятность вот этого, она меньше, чем ну, единица минус какая-то константа c, которая не зависит от n. Для k, простите. Для всех k. Для всех k верно, вот это такая штука. Эта вероятность отделена от единицы равномерно по k. Ну, видите, это утверждение похоже на то, что мы говорили про прямоугольники. Тоже нужно было что-то. Ну, вот тоже у нас вероятность была отделена от единицы. Вот. Но здесь другая геометрическая ситуация. И утверждение похожее, и оно уже нетрудно извлекается из того, что мы уже знаем. Вот. Значит, как? Давайте мы это обсудим. Значит, ну, что это значит? Если это правда, то значит с какой-то положительной вероятностью, с вероятностью по крайней мере c, значит вот мы должны бы уметь доказать, что есть какой-то такой разрез на двойственной решетке, который с вероятностью c, по крайней мере c, возникает, и наш квадрат лямбда k от квадрата лямбда 4k как-то так... Этот разрез, значит, имеется и не позволяет найтись
красной связи. Вот. Так что доказать то, что красная связь возникает с вероятностью не больше, чем единица минус c, это все равно, что доказать, что возникает на двойственной решетке такой вот разрез, такой сплошной, который и не будет позволять красному пути существовать. И это вот мы сейчас и проделаем. Вот мысль в этом состоит. Как же это сделать? Сделаем мы в это вот. Значит, я снова нарисую эту вот картинку с двумя квадратами. И вот этот самый, я и захочу сейчас найти вот такой, хочу доказать, что такой вот зеленый путь на двойственной решетке будет существовать с положительной вероятностью, с вероятностью, по крайней мере, c маленькой, ну, хоть и маленькой, но от k независящей. Ну вот и все, и это и будет то, что нам нужно. А вот как я его, значит, буду искать. Давайте я вот здесь нарисую такой прямоугольничек. Он у меня будет... Значит, тут у меня всего длина 8К. Давайте я вот его так выберу, что у него эта сторона К, а вот эта длинная сторона 6К. И это у меня на двойственной решетке все происходит. Вот. И я по теореме Руссо-Симмер-Велша знаю... в этом вот в таком прямоугольничке, каким бы большим k не было, 6k, всегда найдется, вот, не всегда, с положительной вероятностью найдется вот такой вот путь, который, значит, вот будет синять левую сторону с правой стороной. Вот. Теперь я таких прямоугольников нарисую 4 штуки. Вот второй. И вот четвертый. Немножко криво, ну понятно. Вот. Значит, с положительной вероятностью такой вот найдется. С положительной вероятностью второй найдется. И третий найдется с положительной вероятностью. И четвертый найдется с положительной вероятностью. Если вероятность этого... Ну, конечно, я имею в виду 1/2. Если она больше, чем, значит, ну, какое-то число g, то тогда вероятность того, что я вот тут нарисовал, где 4 этих пути, вероятность этого, конечно, будет из k g, по крайней мере, g в четвертой. Потому что, ну, вот в эту сторону неравенства. Эти же события возрастающие, на двойственной решетке, что есть путь зеленый. Вероятность того, что все четыре, вероятность того, что один путь, она, по крайней мере, же, но если это так, то вероятность того, что все четыре произойдут, она, по крайней мере, же в четвертой. Так что, в частности, значит, вот этот самый зеленый разрез, он окружит, вероятность того, что мы найдем зеленый разрез, который окружает начало координат, не начало координат, а на коробку К на К. Вот. Вероятность того, что такой красно-зеленый разрез значит, обнаружится, вот она, по крайней мере, ну, вот некоторая константа, может, и маленькая, но от К не зависит. Ну, очень хорошо. Значит, раз это так, теперь давайте посмотрим. Значит, а вот у нас событие такое, что мы хотим оценить вероятность того, что ноль соединяется с границей нашего квадрата большого лямбда. Вот он, лямбда. Ну хорошо. Значит, давайте мы ноль заключим в квадратик. Ну там, я не знаю, размера 1. 1/1. Так, теперь вокруг него нарисуем квадратик в 4 раза больше. Значит, это будет 4 на 4. Еще нарисуем квадрат в 4 раза больше. Это будет 16 на 16. Да? Но я рисую, конечно, не в масштабе, а чтобы уместилось. Так, 16 на 16 будет сколько?
256, наверное, да? Вот. Это был квадрат 256. Очень хорошо. Зачем я крест рисую? Затем, чтобы сказать, значит, с вероятностью, да, значит, да, с вероятностью там какой-то c маленькой, вот, ну давай, значит, вот с какой-то вероятностью, с положительной, значит, да, значит, значит, вероятность, вот, значит, сейчас я понял, что я дальше что хочу сказать. Да, вот мы что доказали, что вероятность, значит, смотрите, значит, вот, значит, если вероятность того, что вот такой вот красный путь есть, ну это что же значит, что вот это, вот этого, этот вот зеленый не произошел, вот такого нету. А это происходит с вероятностью, ну, там, единицы минус некоторые маленькие c. И вот этого тоже нету. Это тоже, чтобы, значит, давайте напишем это. Вероятность того, что... вероятность того, что есть связь начала координат с краем вот этого квадрата размера n, это, значит, ну, меньше или равно произведению, ну, вероятности вот таких, что вот есть у нас квадрат со стороной не 3k, но 4k. И, значит, и что вот тут вот есть связь, правда? Даже я, да, именно так. Значит, вероятность того, что есть связь от начала координат до конца вот этого, давайте нарисую лучше можно это сказать. Вероятность того, что есть такая штука, она меньше или равна, чем произведение вероятностей каких событий, что вот у нас есть, ну вот, тут у нас 4К, а вот тут К, и тут вот есть красная связь, вот здесь вот. Ну, потому что, смотрите, вот просто мы нарежем вот этот путь, который у нас тут слева. Вот во всех, в каждой рамочке произошел такой путь. Вот, и значит, если уж такая картинка произошла, то здесь-то у нас, так сказать, не происходит стыковка. У нас вот в этом месте здесь красный путь прошел, там, следующим слоем где-то там в другом месте пройдет. Вот так я себе разрешаю сделать. Вот. Но вероятность каждого из таких вот событий, вот этого события, каждый раз это набегает, значит, вот у нас же тут есть такая оценка, что это, вот это мы уже установили, единица минус c, какая-то такая константа, меньше единицы,
меньше или равно единице минус c. Ну, сколько же раз-то у нас такие картинки будем рисовать? Ну, вот у нас здесь, значит, вот есть самый край, он имеет размер n. Сколько раз мы будем так вот учетверять, пока мы не дойдем до n? Ну, ясное дело, что вот таких вот картинок, таких вот рамочек, сколько штук их мы нарисуем? Ну, мы их нарисуем, значит, нужно взять у n логарифм, да, то еще по основанию 4. Вот. Это столько, столько будет рамочек этих. Правильно? Ну, вот мы начали 1, потом 4, потом 16, потом 256. Пока не дойдем до лямбды n, уже дальше продолжать нельзя. Ну, вот, значит, если у нас есть такая связь нуля с границей, стало быть, у нас есть связь вот между первой рамочкой и второй, которая имеет размер 4, а также есть связь между второй и третьей, от 4 до 16, и следующая связь есть. А мы про каждую связь знаем, что вероятность ей произойти, она ну, меньше единицы на вот эту величину c. Так что здесь будет стоять единица минус c в степени, вот сколько раз, логарифм n по основанию 4. Ну, а это и есть n в какой-то там степени минус альфа, с альфа больше нуля. Вот. Так что вот так это доказательство выглядит. Ну вот. Вот, значит, видите, вот мы воспользовались вот этим Руссо-Симмер-Велшем. Ну, на двойственной решетке. На двойственной все равно на второй, двойственная как на второй, снова одна вторая. Вот. Ну и вот мы доказали вот эту вот оценку, которая лишний раз, значит, свидетельствует о том, что наша одна вторая, значение одна вторая, оно является критическим, потому что, значит, при этом значение параметра p, при p равном 1 второй, вот эта вероятность связи начало координат с краем. Вот, ну, вероятность того, что путь уходит на расстояние n от начала координат, она вот убывает степенным образом. Видите? Ну, степень тоже можно вычислить, но значит, это мы делать не будем. Но, во всяком случае, вот оценка сверху и снизу степенная, вот она из вот этой теории Руссо-Симмер-Велша следует. Ну вот, ну давайте я на этом сегодня остановлюсь. Вот. Какие-нибудь вопросы у вас есть? Федор, понятно примерно? Да, все понятно. Ну, очень хорошо. Ну, ладно, тогда я на этом с вами прощаюсь до следующей пятницы, если вопросов нету и замечаний. Спасибо, до свидания. Хорошо, до свидания, будьте здоровы. Простите, а вот можно тогда вопрос вот по, ну, по старой лекции там. Вот, я просто не совсем понимаю, ну вот там про склейку, мы там доказывали, что, ну и когда вот строили эту склейку, ну помните, да, ну уже несколько раз рисовали, вот да, мы доказали, что невозможно такую склейку, ну в общем, построить, что если у нас омега штрих, а точнее, что если p меньше, чем p штрих, то... Если омега штрих больше, чем омега, ну, и не нулевой, как бы, склейки не может быть, да? А то вот почему не... Я что-то не узнаю в ваших словах того, что я говорил. Сейчас я прочитаю, что... Ты говорил слова не нулевой склей, не нулевая склейка. Ну, не нулевой склейки, а что, ну, больше нуля, там, были написали, ну, то есть она... Вот, то, что если p штрих больше p, то не существует вот склейки такой, что вот она больше нуля, это равносильно тому, что омега штрих меньше, чем омега. Вот.
Ну, то есть то, что если склейка больше нуля, это равносильно тому, что омега-3 больше омега. Вот. Если p3 больше p. И все склейки такие должны быть. Так ведь? Ну, я не знаю, но, знаете, там у нас речь, пожалуй, что не шла о всех склейках, а там ну, нас интересовало найти одну. Ну, так, наша цель, которую мы достигли, состояла в том, чтобы найти такую склейку, что склейка – это такое распределение вероятностей, ну, P там, или P, оно у нас обозначалось P, от омега и омега штрих. Это склейка, так сказать, на произведении пространства омега большое на омега большое штрих. Давайте я, что ли, это напишу. Да, да. Так, нас интересовала склейка и от омега и омега штрих. А, и у нас было P и P штрих, да, P и P штрих больше, чем P. И мы хотели найти вот такую P большое, так что сумма, ну, склейка, это значит, что сумма P омега штрих равняется P, P от омега, а сумма и от омега, омега штрих омега, это будет p, p штрих от омега штрих. Вот. И мы еще хотели, что если p от омега, омега штрих больше нуля, то тогда омега штрих больше, чем омега. Больше не равно омега. Вот мы хотели такое построить, и мы такое построили. Да? Да. Да. Согласны? Да. А что вы говорите теперь? Ну, там просто вот позже вы еще говорили, что невозможно построить склейку такую, что вот если p штрих больше p, то омега штрих меньше омега. Вот. Или... Говорил такое. Да, кажется, даже и правда, что говорил. Да, может быть, и говорил. Да. А вы не понимаете, почему это верно? Ну, точнее, ну, на самом деле, мы это вроде бы доказали, как бы понятно, но я тогда не понимаю, почему мы можем вот как склейку взять вот ту тривиальную склейку, ну, P от P и P от P' и их произведение, это же вроде тоже склейка. Это, конечно, но, это правда. Но там просто же нету вот никаких ограничений, что конечно, там ломинка. Конечно, конечно. Так совсем не всякая склейка имеет вот это свойство, которое вот здесь у нас есть. Конечно. Я же не сказал, что любая склейка, значит, таким свойством, значит, утверждение, которое вот мы доказывали, оно состоит в том, что существует такое P. Вот, значит, пусть P' больше, чем P. Когда существует такой P, ну, давайте его можем даже обозначить со значком P и P'. Такое, что, ну, во-первых, оно является склейкой, вот, и выполнено вот это и вот это. Вот я тут, значит, да, правильно написал. Вот. И кроме того, выполнено третье свойство, вот такое. Что такое существует. Вот. А вот та склейка, про которую вы говорите, она другая склейка. Она не такая, конечно. Для этой другой склейки давайте ее обозначим. Вот ту, которую вы сказали, давайте возьмем, назначим, как бы ее обозначить. Давайте ее обозначим Q. Q от P и P штрих. От омега и омега штрих. Вы говорите, давайте возьмем такую склейку. Это совершенно законная тоже склейка. Она будет P, P от омега. И P, P штрих, это омега штрих. Это, конечно, тоже склейка. Конечно, для такой вот Q вот это вот верно. И вот это вот верно. Это очевидно. А вот это вот неверно. Вот. Так что утверждение, о котором там шла речь, состояло в том, что можно найти такой P. Ну, вот этот P от P и P штрих. И мы его там построили. Вот. А
А, конечно, есть и другие. Если взять, вот, например, эту простую склейку, про которую вы говорите, она склейка-то склейка, но вот она вовсе не сосредоточена на множестве пар омега и омега штрих, для которых выполнено это неравенство. Вот. Вот, значит, в чем был пафос этого построения. Чтобы построить такое π большой со значком pp штрих, нужно, так сказать, немножечко поработать. И вот как это устроить, вот я объяснял там на такой картинке с графиком. Ну да, да. Ну ладно, хорошо. То есть все-таки там... Да. Ну вопрос был именно в том, что я думал, что там утверждение, что вот все склейки такие. Да, ну что? Не все... Да, да, все, все. Не все. Там одна та, которая нарисована, вот она этим свойством обладает. А хорошо, вот... спасибо. Да, пожалуйста, пожалуйста. Ну хорошо, до свидания. Светлана, я с вами тоже прощаюсь. До свидания. Да, до свидания. Здорово.